Секретный рецепт замечательного слоеного теста и начинка из баранины. Вот две неотъемлемых составляющих настоящей бухарской самсы. Домашняя выпечка для всей семьи. Обязательно стоит попробовать. Приготовим бухарскую самсу в домашних условиях. Слоеное тесто, если готовить строго по рецепту, получается очень мягким и эластичным. Прекрасно выпекается и сочетается с любой начинкой. Баранину можно заменять другим мясом, но тогда это будет уже не бухарская самса. Удачного приготовления! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Смешиваем теплую воду с размягченным сливочным маслом, яйцом и солью. Постепенно добавляем просеянную муку, замешиваем тесто. Присыпаем стол мукой, выкладываем на него тесто, и продолжаем замес руками. Разделите тесто на 3-4 равных части, каждую скатайте в небольшой кружок, накройте тесто полотенцем, оставьте на полчаса. Нарезаем баранину мелкими кусочками, смешиваем ее с измельченным луком, кроме того, добавляем бараний жир, зелень и специи. Вкусняшки! Подписавшимся. Раскатываем 3 колобка теста в тонкие пласты, каждый пласт смазываем маслом. Кладем пласты друг на друга, скручиваем их в рулет. Нарезаем рулет кусочками толщиной по 1-2 см. Каждый кусочек раскатываем, кладем в центр начинку. Поднимаем края кверху, защипываем их так, чтобы получился треугольник. Перекладываем самсу на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекаем в духовке 40 минут, температура 200 градусов. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Мука 4 стакана, яйцо 1 штука, вода теплая 1 стакан, масло сливочное 100 грамм, соль 0,5 чайных ложки, баранина по вкусу и бараний жир, лук репчатый 1 штука, соль и перец по вкусу, специи по вкусу, зелень по вкусу, количество порций 10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем добра, заходите еще.